Всем привет! С вами снова я, Ксюша, и вы на моем канале I'm Ksu. И сегодня я буду красить свои пасхальные яйца и наполнять ими мою пасхальную корзинку. Для первого способа нам понадобятся пластичные носочки, листочки, любые, какие вам нравятся. Яйцо, конечно же, нитка, самая обычная, и ножницы. Берем один носочек, который за начало и конец. Теперь кладем наш любой листочек, вот этот вот нравится, такой длинный. Кладем яйцо. И вот так, как будто мы берем его. Вот что у вас должно получиться. И теперь мы это варим в луковой шелухе. Ну что ж, яйцо сварилось, теперь мы будем смотреть, что получилось. Та-дам! Красота! Продолжаем. Для этого нам понадобится нитка, простое наше яйцо, занавеска. Но не надо ее отрезать от бабушкиной занавески. Спросите у бабушки, наверняка у нее завалялась старая занавеска. Надо обернуть сырое яичко в ткань. Теперь отрежем лишнее. Пусть у меня получилось. И это яичко, которое у нас получилось, мы отварим в луковой шелухе. Ну что ж, проварили и скрываем. Что-то не очень сильно наши цветочки. Но все равно же красиво. Смотрите, как будто камешки такие. Следующий метод. Красивый, но очень непростой. Для этого нам понадобится стержень от шариковой ручки, ножницы, яйцо, тарелка. И тарелка с водой, которую можно будет выкинуть. Отрезаем головку стержня. Надуем воду. Напоминаю, что мы варим какое-то зелье. Берем яичко. Катаем, катаем, катаем. Вот такое красивое яичко у нас получается, как будто такой синий салют. Для следующего способа нам понадобится красный краситель, синий краситель, пустой стаканчик и яйцо. Кладем яйцо. Переворачиваем яйцо белой стороной вниз, красный краситель. Ждем. Вот такое полосатое яичко у нас получилось. Следующий способ покраски. Опять берем те же эластичные носочки, нитку, ножницы, луковую шелуху, ну и, конечно же, яйцо. Еще нам понадобится краситель. Это у нас будет зеленка. Такой же квадратик мы уже режем шелуху. Мелко-мелко. Лучше его просто покрошить. Кладем яичко и завязываем ниточкой. Вот такой смешной мешочек у вас должен получиться, как будто на войну идет такой костюмчик. Дальше мы это яичко сварим в зеленке. Ну что, посмотрим, что у нас получилось. Оно еще такое коряченькое. Так, давайте, давайте отлипать. Они не хотят. Где у вас еще? А, вот, что у нас получилось. Прикольно. Для следующего способа нам понадобится.
градусов. Вареное яйцо, которое мы завернули в салфетку для разных видов красителей. Ну что, начинаем. Я вас Это все мешало. Теперь берем разные цветовые красители и капаем. Оно будет красивое. Бери покрыт. Красивый, красивый, хороший. Ждем 10 минут. Вот такое небесно-голубое яйцо у нас получилось. И, кстати, сзади у меня получилось, как будто птичка летит такая. Продолжаем наполнять мою пасхальную корзиночку. Для этого нам понадобится яйцо, две полосочки, изоленты и два красителя. Я взяла желтого и зеленого цвета. Итак, давайте замотаем яйцо по кругу. Вот так должно получиться. Аккуратно опускаем яйцо в желтый краситель. Ждем 10 минут. Мы достали мое яичко, красоточку мою, и, ну, и отрываем полоску. Ну, правильно сказать, изоленту. Вот он такой. Снова обматываем. Я так. Кладем зеленую воду и ждем 10 минут. Вот такое полосатое чудесное яичко у меня получилось. Вообще с красками яиц можно много экспериментировать. Если много налить, положить туда яйцо и каждые 10 минут понемножку отливать, то получится вот такое вот яичко. Ну, полосатое такое, голубоватое. А если положить сначала в синюю половину, потом отлить и налить красный, получится флаг. В общем, не бойтесь экспериментировать, друзья, и у вас обязательно все получится. Вот такая вот пасхальная красочная корзинка у меня получилась. Если вам понравилось мое видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!